Всем привет! С вами Квантум, с вами сегодня Кратос, и, друзья, мы сегодня играем на сайте ksgohouse.org. Оу, oh yeah, да, ребятки, всем привет! И, ребят, да, это тот самый сайт, где мы играем в минное поле. Так, Антоха, ты готов к этому безумию, эпику и накалу страстей? Давай. Окей, ребят, по традиции мы начнем с открытия кейсиков. Откроем пару каких-нибудь кейсиков. Давай, к примеру, 320 вещей, чтобы нам потом было на что играть. Так, давай, открываем давай. Кейс за 830 рублей и... Нифига себе! Вот это что? Очень повезло сейчас. Но, вот это сейчас очень повезло, потому что они очень редко. Красиво. Так, отлично, мы открыли один кейс. У нас есть вещей на 1300 рублей. Давай еще пару кейсов откроем, а то помнишь... Да. Что? Да ты серьезно? Да ладно, сегодня что-то везет. Окей, так, пойдем, значит, на Тетрис, ребят. Это наше любимое минное поле, где мы играем. И давай, Антон, начнем со старого доброго режима. Это обычный классический Тетрис, где мы просто выбираем скины и закидываем их на ту или иную ячейку. Что, в общем, в чем суть нормального режима? Вот, допустим, делайте ставку на 100 рублей, проходите все поле, ваша ставка умножается на 10, по-моему, что-то такое. Давай, мы с тобой пройдем. Так, давай, погнали. Начинай. Ты готов? Самая верхняя, Давай сейчас. Выбирай. О, хорошо. Самая нижняя. А я самая выбираю. Верхняя. Выбирай. Самая верхняя. Выбирай. Ты дурак, что ли? Я сказал, самая верхняя. Выбирай. Самая средняя. Выбирай. Ты мудила. Самая верхняя. Понял, что сейчас проиграл. Выбирай. Самая верхняя. Чё за прикол? Давай... О, готово, все, прошли. О, красавчик. Антон. Что? Нож за 3000, крабовая паутина. В смысле паутина? Нож? Подожди, мы что, играли на Crazy моде, что ли? Мы, походу, нет. На Crazy моде играли, Я не Антон. Знаю, ну, по сути, нам нужно добраться до вот этой картинки, и типа да. Тебе крутая штука выпадет. Да, мы играли на Crazy моде, мы перепутали режимы, охренительно, блин. Ну ладно, раз на Crazy моде начали играть, давайте продолжать играть здесь. Давай попробуем поставить... Рублей. С 500 рублей начнем. Играем на бабосы. Ой, опасно. Погнали, опасно. Выбирай ячейку. А, самая нижняя. Выбирай. Самая нижняя. Выбирай. Самая верхняя. Выбирай. Ты мудила, я с тобой не разговариваю. Понял? Сам выбирай. Выбирай. Самая верхняя. Выбирай. А я хотел сказать посередине, мудила. Посередине тыкай. Сам виноват, понял? Давай еще раз. Самая верхняя. Давай еще раз. Самая нижняя. Еще раз. Самая верхняя. Еще раз. Ты че? Шрёдингер, ты грёбаный, блядь. Тут тебя что ты. Не путай терминологию, давай дальше. Самая средняя. Выбирай. Самая средняя. Есть, это... 855 рублей. Слушай, офигенный Тетрис режим. Crazy мод, который... Жим, ребят, давай еще раз, только на 1000 рублей. Давай, увеличиваем ставку, увеличиваем градус. Просто, я уже начал игру, я понял, дабл-клик и выбирай. Самая верхняя. Выбираю я. Нижняя, ты да нажал ладно. Первый. Ладно, окей, хорошо, я выбираю первый, выбирай Антон. Самая верхняя. Проиграл, давай дальше я, дальше ты. Самая средняя. Выбирай. Нет. Не доверяю тебе, сам выберу. Счет мы не окупились, мы косарь поставили. Тут я, короче, вижу рандом какой-то работает. Бывает окупается, бывает нет. Давай ставку 100 рублей поставим. Нам со 100 рублей, Антон, выпал нож. Понимаешь, в чем прикол? Вообще. Да ладно, я нечаянно нажал туда, это мышка... Вообще, конечно, мышка подосрала, конечно, серьезно. Нажал, ага, да-да-да-да-да. Давай. Выбирай. А че офигел, ты самая легкая. Выбирай. Выбирай. Самая верхняя. Со 100 рублей, просто 608 рублей поднять, ты прикинь. И мы ведь все это можем вывести. Ну давай попробуем на Тетрисе сыграем нормальный, который. И закинем туда, ну допустим, засекреченное два ствола. Ты готов? Выбирай. Мы уже можем 1500 забрать. Выбираю я. Выбирай ты. Средняя. Антон, на кону же 2600. Выбираю я. Давай до конца. Самая нижняя. Ой, блин, что-то... Блин, не повезло. Друзья, ну что же, на этом все. С вами был Квантум, с вами был Кратос. Играли мы на сайте ksgohouse.org. Заходите, играйте, выигрывайте. Все ссылки будут в описании. Не прощаюсь.